Меня волнует и производство, прежде всего, стрелкового оружия. Вы понимаете, как я недавно сказал, мы не собираемся кого-то побеждать. Мы должны нанести неприемлемый ущерб противнику, неприемлемый ущерб. И должны защитить сами себя и свои семьи. Без стрелкового оружия, своего оружия, если, не дай бог, какой-то конфликт, не дай бог, война, каждая семья... Территориальные органы должны быть вооружены всем комплексом стрелкового оружия. Тогда враг и противник будут понимать, что с нами лучше не связываться. Поэтому мы должны вот минимум оружия производить у себя. Потому что всякое может случиться, и надеяться на заморского какого-то дядю, что нам привезут оружие, не стоит. Надо иметь свое. Тем более... Близкая нам страна, с которой мы разрабатываем оружие, производим оружие. Россия, она абсолютно не против, чтобы мы по их технологиям разворачивали здесь производство. Если есть какие-то вопросы, скажите.